Я только что вышел из своей комнаты, которая находится вот там, и выхожу на улицу. Хочу просто показать, как выглядит этот путь. Сначала я спускаюсь по вот этой вот шикарной синей лестнице. Иду вниз. Подхожу вот к этой двери, открываю ее и вхожу в место, которое называется «Польский коридор». Никто не знает, почему он называется «Польский коридор», но тем не менее это так. Это как бы проход из одного здания, вот того, в котором я живу, в другое. Вот в это, собственно, которое ближе к выходу. И здесь я уже как раз выхожу на улицу. Вот прям вот эта вот дверь, она уже ведет, оп, на улицу. И вот это вот первый наш дворик. Здесь очень все красиво, на самом деле, выглядит такое старинное, классное здание. Очень сильный ветер на улице, поэтому так сильно все шумит. Здесь вот парковка велосипедов. У нас тут народ активно велосипедами пользуется. В Берлине это удобно, но я не хочу себе покупать, потому что мне нравится общественный транспорт. Вот если мы идем туда, здесь у нас второй дворик. И прям к конвикту пристроена вот эта вот какая-то церковь. Я здесь еще не был ни разу, но она безумно красивая. Вот, здесь такие все растения такие зелененькие растут. О, колокола звенят. Ладно, а я пошел на выход. Вот он здесь. Здесь такая вот мощная дверь с красивейшей ручкой. Эть. Открываем. А вот так вот выглядит улица. Конвикт снаружи. Постикштрасса. И сейчас я пойду вот в ту сторону, по-моему, если не ошибаюсь, к Убан Нордбанхоф. Как же мне нравятся немецкие трамваи. А вот мы вышли к станции метро Нордбан. Жду пока Якова. Ветер тут прям сильный какой-то в Берлине сегодня. Ну, недалеко от станции метро Eberswalder Straße, это в районе Prenzlauer Berg. Мы тут сидим в кафе, пьем кофе с шоколадом. Нам принесли наши бургеры, чаи и все такое. Поэтому будем кушать, ура! Кушать будем! Красивое небо сегодня. Это бывшая территория Берлинской стены. Ты здесь часто бываешь? Иногда. Ну, мы тут, в принципе, часто тусим. Тут круто, сегодня холодно, обычно не так. Вот Евгений на качеле. А мы были вот в этом кафе, которое называется «Einem Sonntag im August». В воскресенье в августе.